китайский модем Альфа, так называемый подделочный китайский, вот с таким вот USB разъемом. Поставляется с кабелем, вот кабель, как положено, с фиолетовым колечком. И в комплекте еще идет вот такой диск с программным обеспечением AVUS036N, модель Альфа. Так, штатная антенка, вот штатная антенка, но в предыдущем видео я показал, как ее переделал под удаленную антенну. Вот, перепаял разъем. Можете посмотреть мое видео предыдущее. Так, давайте покажу вам, как установить его. Во-первых, вставляем диск, смотрим, что есть на диске. Такой вот маленький диск. Так, на диске у нас, сейчас я увеличу, покажу. Вот, на диске три директории: Linux, Macintosh и Windows. Естественно, нас интересует Windows. Вот он, RT2870 Ralink. Так, давайте для начала посмотрим Ralink. Есть у меня такие драйвера Cleaner, KMNOP, R Studio, Realtek. Ralink'а нет. Так, не включая модем, запускаем установку драйверов. Слышите, CD-ROM закрутился. Сейчас посмотрим процедуру установки. Вот, покажу вам, что Wi-Fi у меня сейчас отключен родной. Вот, смотрите, родной я выключаю. Выключаю. Все, беспроводная сеть отключена. Так. Ну, стандартная лицензионная. Ralink называется. Ralink. Не знаю, как читается. Устные драйвера и беспроводной доступ в интернет. Пускай все ставит. Ждем. Пожалуйста, подождать. Ну, перевод китайский. Ничего страшного. Так, готово. Вот в уголке появился значочек. Вот такой вот. Вот он, значок. Перечеркнутая буква R, потому что не запущен. Сетевая карта отключена. Вот что он говорит. Вот я подвожу. И он говорит, сетевая карта отключена. Так, сейчас подключаем карту. Вот. Подключили.
пропиликала. Все. В уголке у нас что загорелось? Давайте посмотрим. Вот, перечеркнутая R. Ха. Вот сюда выселилась. Сетевая карта отключена. А, вот, высветилась менюшка ролинковская. Да, сетевая карта отключена. Вот, включаем ее, соответственно. Выдает все каналы. Ну, да, каналов реально больше, чем со штатной. Это здорово. Просит ввести пароль. Так. Сейчас вспомню пароль. На чистом английском языке. Все, подключились. Ну, достаточно удобно. Все. Вот такой модемчик. Как я уже показывал в предыдущем видео, я переделал выходной разъем на нем. Не пожалел. Маму, папу новую купил. Купил хороший посеребренный кабель. И теперь у меня антенна сама стоит вот на подоконнике. Вон она, в банке сделанная. И достаточно хорошо берет. Так что модем неплохой. Покупать можно, реально работает. Всего доброго, до свидания. Не забудьте подписаться. Иногда выкладываю что-то интересное. Всего доброго, спасибо за внимание.